Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 10 сентября. Повторюсь, что несмотря на то, что на улице уже холодно, у меня еще последние партии урожая, можно так сказать, еще поступают. Вот сегодня дегустирую 6 сортов, и в основном это сорта раздвоенные. То есть, только что я говорила о Золотом Сердце Америки, что есть такой сорт, а есть вот такой сорт. Потом буду говорить о банане оранжевом, который тоже у меня под двумя номерами будет в каталоге. Рассказывала про сливку Бендрика, которая может быть желтая, а может быть красная. И сейчас дошли до томата 565 у меня в каталоге, крем-брюле. Это у меня новинка этого года, и он тоже можно его отнести к раздвоенным томатам. Нет, у меня он один номер, он будет вот 565 номер, крем-брюле. Это считается как бы сказать-то их, белоплодные томаты или как. Но они, короче, уже у них почти не выражены вот ни желтый, ни красный цвет, потому что желтые, видите, бендрики какие. А они по сравнению с желтыми почти белые. Но перед тем, как начать рассказывать и дегустировать, я скажу, что... Повторюсь, всегда, когда новый сорт, я же захожу в интернет и смотрю информацию об этом сорте. И хочу предупредить всех своих зрителей, что этот сорт тоже двойник. То есть, под одним и тем же названием гуляет, опять же, два сорта от разных производителей, совершенно разные. Если вот банан оранжевый, я потом буду говорить, что они как-то напоминают хоть немного... ну, как схожие, их можно даже перепутать, чуть-чуть разные, то эти два сорта совсем разные. Намного больше они разнятся, чем даже Золотое Сердце Америки. Ну, хотя у тех и у других название крем-брюле. Давайте посмотрим. Вот сначала расскажу, какие у меня. Вот написано. Привлекательные, аппетитные белоснежные томаты. Крем-брюле. Описание, характеристика. Ну, тут, к сожалению, много рекламы, не обращайте на нее внимания. Но у меня именно вот такие. Тут даже пачка вот нарисована. Гавриш. Все. Меня единственное, что смутило, когда начала я читать. Сейчас скажу. Так. Угу. Меня смутило описание. Смотрите. Там написано белоснежные томаты, а в описании окрашивание кожицы темно-коричневатое, серединка имеет оранжевый. Ну, короче, описано почему-то коричневые, а на фотографии нормальные вот такие белые томатики. Но одновременно вот с этим крем-брюле мы можем увидеть от другого производителя, от Элиты, то же самое название крем-брюле. Уже многие зрители возмущаются, но то ли название не могут придумать других. Под таким же самым названием есть черноплодный томат крем-брюле. Вот такой. Вероятно, его описание и было на том сайте. Они просто позаимствовали, не прочитали внимательно, что коричневатая кожица. И вот хочу вас, ну как, предостеречь, предупредить, кто будет покупать крем-брюле, будьте осторожны. Есть черный, а есть белый. Ну хотя к белому название крем-брюле больше подходит, ведь он светлого цвета крем, не черного. К этому шоколадный крем больше название подходит. Вот сейчас я разрезала томат. Красивая такая светло-желтая мякоть. Сильно не выраженный цвет. Вот она как бледненькая-бледненькая. На вкус сладкая. Приятная-приятная. Сейчас скажу, какой точно вкус. Сладкий и чуть-чуть с кислинкой. Вот именно как, когда крем кушаешь, они же туда как-то и добавляют какой-то лимонной кислоты, что ли. Вот прям чуть-чуть кислиночка. Но прекрасный томат. Одна зрительница в комментариях написала, что сейчас везде мода на белоплодные томаты. У меня в этом году несколько сортов я высаживала на пробу. Не скажу, что они по вкусу превосходят вот эти желтые и оранжевые, но вкус приятный, сладкий. Вот такая у меня крем-брюле. Есть еще где-то, не успела продегустировать, персик крем. Все они вот с одной примерно серии. Сладковатые, ближе к десертным, крупноплодные. Но мне не нравится, что нет ярко выраженного цвета. Мне вот когда цвет вот такой, прям оранжевый, солнечный, яркий, в огороде прям бросается в глаза, нравится больше. Ну и у этих томатов, я надеюсь, тоже будут поклонники.
Главное знать, что крем-брюле бывает разный. Есть белый, как белоплодный, светло-светло-желтый, а есть коричневый. Все, до свидания. Это номер 565 в каталоге крем-брюле.